Приветствую зрителей своего канала, также своих подписчиков и пользователей YouTube. Был я в Вологде в сентябре, в середине 2019 года и заснял по максимуму очень интересное реальное видео. Это старые старинные дома, дома архитектуры и также разрушенные, которым домам в среднем по 100 лет, и деревянные такие есть, и даже больше 100 лет, и также менее. Смотрите, немножко так видео объясняю, но в целом именно то, что вот именно съемка. Ну, это вот речка, которая в Вологде, неподалеку от вокзала железнодорожного, протекает. Ну, я ее так уже немножко заснял. Приветствую зрителей своего канала. Старинные дома Вологды. Под государственной охраной. Дом Ситникова, 1868 год. Пишите в комментариях, кто был Ситник. В средней полосе почему-то окна всегда высокие. Широкие и высокие окна. У нас в России почему-то все не так устроено. Как говорят, что на севере темно и должны быть высокие большие окна. Хотя на севере холодно, а в средней полосе светло, что должны быть маленькие окна. Центр города.
Черноплодная рябина прям по дороге растет. 10 работ сменил.